Здравствуйте, компания Агентства современных технологий представляет флипбокс, контейнеры или термические для продуктов и так далее. Что он из себя представляет? Он идет из пененного полипропилена, достаточно прочный полипропилен, это не пенопласт, вот даже вот, хоть садись на него, он достаточно прочный. Вот так он сделан, удобно, так открывающийся. Пожалуйста, контейнерик сделан. GmbH Германия. Можем посмотреть тоже здесь. В общем, такой плотненький. Он также разборный. Видите, тут идет для разбора. Для чего? Чтобы его, ну, складировать. Если мы его не используем, можно сложить. Он занимает в 3 раза места меньше, чем в собранном виде. Как бы так. Такие ручки с боков. Удобно браться. Вмещает в себя он где-то 39 литров или 25 килограмм. Покупайте изотермические контейнеры производства Германии Flipbox от компании Агентства современных технологий города Красноярск. Спасибо за внимание.